Всем привет! Сегодня мы с вами проведем небольшой тест, а именно узнаем, как угол наклона мотора влияет на скорость и скорость выхода на глиссер. В теории, чем ближе мотор к трансу, тем быстрее выход на глиссер, так как лодка быстрее пустит нос, но снизится максимальная скорость, так как лодка начнет грести носом. Чем дальше мотор от транса, тем выше максимальная скорость, но дольше выход на глиссер. В крайних положениях выход на глиссер будет затруднен или невозможен. Комплект для тестирования. Килевая ПВХ-лодка длиной 3,2 метра и 4-тактный мотор на 6 лошадок. Условно назовем первое положение самое близкое к трансу, последнее 5-е наиболее удаленное от транса. Начнем с первого. Итак, поехали. Интересно, что на втором положении двухтактник на 3,6 лошадки выводил эту лодку на глиссер за 5 секунд. Правда, максималка заметно меньше. Продолжаем. Третья позиция. Итак, подведем итоги. Существенного прироста максимальной скорости добиться не удалось. А вот с выходом на глиссер картина поинтереснее. Самый быстрый выход на глиссер при первом положении. Но думаю, если бы я сидел ближе к центру лодки, то максимальная скорость была бы еще ниже. Получается, второе и третье оптимальное положение. Четвертое скорее подойдет, когда в лодке два человека. Пятое положение. Лодка сильно задирает нос. Для выхода на глиссер нужно пересаживаться ближе к центру лодки, так как тестирование предыдущих четырех позиций я проводил, сидя максимально близко к трансу, то пятое ставлю просто прочерк. То есть в данной конфигурации выход на глиссер невозможен. Будет повод повторить тест со вторым человеком на борту. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока!